Всем привет! Хочу поделиться с вами секретными кодами для телефона с операционной системой Android. С помощью следующих скрытых возможностей, которые становятся доступны при нажатии определенной комбинации клавиш, мы сможем скрыть номер, включить блокировку звонков, моментально сбросить все к заводским настройкам и многое другое. Но перед тем, как начать, нажмите лайк и подпишитесь на канал Hetman Software. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чтобы активировать описанные в этом видео коды, перейдите в набор номера, введите указанный код и нажмите зеленую кнопку вызова для его активации. В результате будет активирована или отменена та или иная функция. Первая группа секретных кодов поможет вам в той ситуации, когда нужно отключить прием звонков или наоборот узнать, не получает ли кто-то ваши звонки. Решетка 31 решетка. Кавычки, номер телефона, кавычки. Скрывает ваш номер при звонке любому абоненту. То есть, даже если ваш номер подписан у человека в контактах, ваше имя все равно отображаться не будет. Пользователям, подключающим данную функцию, следует учитывать, что номер не может быть скрыт при отправке SMS-сообщений. Для отключения достаточно набрать комбинацию символов. Звездочка 100, звездочка 07, звездочка 3, решетка. Звездочка, решетка, 21, решетка. Эта комбинация позволит получать информацию о включенной переадресации, то есть узнать, не получает ли кто-то ваши звонки, сообщения или другие данные. В такой способ вы, например, сможете узнать, прослушивают ваш телефон или нет. Если переадресация включена, то вы увидите следующее. На экране появится список ваших SMS, переадресация вызовов и переслана ли она кому-то. Если нет, то это значит, что ваш телефон не прослушивает. Звездочка, решетка, 62, решетка. Если переадресация включена, то звездочка, решетка, 62, решетка покажет, на какой номер переадресовываются данные, звонки, SMS, факс и прочее. А комбинация решетка, решетка, 002, решетка отключит все действующие переадресации. Следующая группа комбинаций дает нам общую информацию о телефоне, а именно звездочка, решетка, 06, решетка. Дает информацию об EMA телефона. EMA – это номер, обычно уникальный, для идентификации телефонов GSM, VCDMA и IDM, а также некоторых спутниковых телефонов. Он может помочь в случае кражи телефона, ну, например. Звездочка, решетка, 5005, звездочка, 7672, решетка. Эта команда позволяет быстро найти номер сервисного центра вашего мобильного оператора, что поможет в ситуации какой-то поломки. Звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Эта команда вам даст общую информацию об уровне сигнала Wi-Fi, аккумулятора, статистике использования и многое другое. С помощью следующих команд вы сможете мгновенно сделать сброс устройства до заводских настроек или удалить ненужную информацию. Звездочка, решетка, 7780, решетка, звездочка. Команда, которая удаляет только приложение с вашего телефона мгновенно. Данные остаются. Решетка, звездочка, 5376, решетка. Эта комбинация делает удаление всех SMS на телефоне. Можно использовать в случае, когда мало памяти на телефоне и нужно срочно что-то удалить.
Часто бывает так, что телефон или планшет завис в самый ненужный момент. В этом случае вам помогут следующие команды. Код решетка звездочка 2562 решетка позволяет быстро перезагрузить мобильное устройство. Данная комбинация пригодится, если физическая клавиша отказывает функционировать. Код подходит только для некоторых производителей телефонов, поэтому на остальных моделях нужно вводить последовательность символов. Решетка звездочка 3851 решетка. На сегодня это все, но у нас есть для вас еще очень много интересного. Если у вас есть какие-то комбинации, которые помогут в любой ситуации, пишите в комментарии. Спасибо за просмотр и до встречи!